Либо клен, рябина и, конечно, каштаны, а еще многочисленные кустарники. В Химках высадили зеленые насаждения в рамках экологической акции «Лес будущего». Центральной локацией стала площадка вблизи улицы Московской. Для участников подготовили не только посадочный материал, но и необходимый инвентарь. Это особенный день для Ильи и Надежды Фроловых. Они не только высадили свое первое совместное дерево для будущего поколения, но и стали законными супругами. Символично, что рядом с главной площадкой акции памятник Петру и Февроне. Аллея вблизи городского ЗАГСа. Молодожены признаются, эмоции непередаваемые. Посадка дерева очень важна для нашей семьи, потому что, как говорится, нужно родить сына, построить дом и посадить дерево. Мы внесли свой вклад, хоть и небольшой. Здесь люди разных возрастов и профессий. На экологическую акцию пришли целые коллективы, семьи. Всех объединяет одно – сделать Химки еще зеленее и красивее. Присоединился к «Лесу будущего» и глава Дмитрий Волошин. Он отметил, что ежегодно тысячи химчан вносят свою лепту в озеленение города. И каждый раз неравнодушных становится все больше. Очень важная акция, которая проходит у нас каждый год. Традиционно химчане. Одно из любимых занятий наших жителей – это посадка деревьев, кустарников, деревьев. Среди участников и ветераны Великой Отечественной войны, семьи бойцов специальной военной операции. Для каждого важно быть частью масштабной экологической акции. Рядом с посаженными деревьями именные таблички. Одну из таких установила и многодетная семья Григорьевых. Наш город всегда был очень красивым. Всегда, я думаю, надо поддерживать экологию, ну и чистоту в нашем городе. И вот из-за этого мы и присоединились. Высадила свое дерево на аллее и многодетная семья Остапенко. У них трое детей. По словам супругов, прививать любовь к малой родине необходимо благодаря таким экологическим акциям. Прививать им что-то хорошее, доброе. Очень приятно ходить по утрам с коляской, дышать свежим воздухом. Наблюдать, как твои детки улыбаются, смотря на зеленые веточки. Внести свой вклад в одно общее дело, когда на улице солнечная погода, а главное, каждый заряжен положительным настроением, вдвойне приятнее. За такую заботу, за такое внимание. Чтобы еще лучше было настроение. Да и еще лучше. Совместный труд сближает, особенно когда речь идет о преображении родного города. Деревья не только будут радовать глаз жителей Химок, но и очищать воздух. Главное то, что это не единственное. Таких площадок по Химкам сегодня очень много. То есть облагораживается город, это здорово. А потом благие дела не всегда делаются вместе. Теперь украшают аллею в старых Химках 20 каштанов и 17 мелколистных лип. Деревья – это живая память, которую будет бережно хранить будущее поколение, уверены участники экологической акции. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.